Всем привет, меня зовут Маргарита, и сегодня я хочу рассказать про новинку этого сезона. Это самокат 5 в 1. Крутое изобретение, которое превзошло все ожидания. И вот такая небольшая вещь может стать вашим помощником, потому что вам не придется носить несколько с собой товаров, да, предметов для прогулки с малышом. Почему? Сейчас я все вам расскажу. Она есть в трех расцветках, еще есть желтый цвет, бирюза, красный, желтый. Сегодня будем рассматривать в красном цвете модель. Итак, что здесь есть? Во-первых, есть здесь руль, да? Он вставляется, регулируется по высоте. Данный беговел рассчитан, как указано в инструкции, от 2 до 4 лет. Но я могу сказать, что можно попробовать его использовать и с 1,5 лет, и до 5 лет. Далее. Максимальная нагрузка 20 килограмм. Вес данной модельки 5 килограмм. То есть он достаточно легкий. И что меня в нем поражает, что вы можете взять, да, этот беговел с собой в путешествие за границу, да, ну, не только за границу, да, и по России можно взять, и малыш всегда у вас будет при деле. Сейчас он находится в положении беговела, видите? Тормоз, по-моему. Вот в таком режиме беговела он находится. А здесь сидушечка есть колесики и задние. Здесь есть тормоз на колесах. Также, что мы можем сделать с ним? Мы можем с вами убрать руль. И вот таким небольшим изменением мы можем сделать его позицию самоката. Здесь есть кнопки, мы с вами сдвигаем вот эту ось, и, пожалуйста, позиция самоката. Далее. Также руль регулируется, можно вниз его сделать, пониже, да? Можно поднять, сейчас я подниму его и полностью вытащу. Далее. Здесь есть такое положение, это поворотность. Тоже можно ее сделать, поворотность колеса переднего, вот видите. Ну, не колеса, а именно оси передней. Так, сейчас я покажу, что еще есть здесь классного. Внутри здесь, с этой стороны, есть педальки. Они специально здесь хранятся, что вам не нужно будет их отдельно носить. Пожалуйста, то есть вытащили педальки, нажали на кнопочку, вставили педальки. Это очень круто, потому что не раз, думаю, у каждой мамочки бывали ситуации, когда она выходила на прогулку, а ее малыш говорил: «Мам, я не хочу на самокате, хочу на велосипеде кататься». Вот этот вопрос сразу исчезает, потому что вы вышли с одним предметом, да, и быстрым, так скажем, движением руки превратили в другое устройство. Также, кроме этого, к данному беговелу, вот видите, этот получился сейчас у нас велосипед. Также у нас есть ручка, которая идет к данному беговел. Пожалуйста, вставляем ручку, она в разобранном виде, но я ее сразу сейчас собрала уже. То есть мы с вами, пожалуйста, вставили, малыш у нас сидит, и мы едем, управляем малышом. Малыш устал, да, вы его раз подталкиваете и гуляете с малышом. Мне кажется, это очень крутая вещь, очень круто и очень здорово. В комплекте идет такая инструкция с подсказками. Вот такие классные функции, такой функциональный у нас получается велосипед, самокат и беговел, да, который совмещает, это маленькое устройство, совмещает все эти функции. Если у вас есть вопросы, пишите мне в директ, подписывайтесь на мой канал, здесь всегда все самые новые новинки для детей, товары.
Пишите ваши вопросы, всегда буду рада ответить.